Здравствуйте, с вами Илья Арыков. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в нашей программе вы увидите. Дорога в Патриот. На трассе М1 Беларусь открыли транспортную развязку. Успеть до 1 сентября. В Одинцовском округе идет активная подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Территория на контроле. Вывоз твердых коммунальных отходов обсудили на совещании в администрации округа. Открытый стадион. На территории Веденской школы появится новый спортивный объект. 75 лет назад, 14 августа, была сделана знаменитая фотография поцелуя на Таймс-сквер. Молодого моряка и медсестру запечатлел фотограф Альфред Айзенштадт. В разгар праздника после выступления президента Трумана в его объектив попала необычная сцена. Моряк лет 20 подошел к проходившей мимо юной медсестре и поцеловал ее. Фото стало символом окончания Второй мировой войны и целой эпохи. Ее печатали на футболках, украшали стены домов, ее вновь и вновь размещали на обложках журналов. Какими еще событиями запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. августа 1936 года на Олимпийских играх в Берлине впервые был представлен баскетбол. До этого на играх 1904 года проводились показательные матчи баскетболистов США. Включение в программу стало возможным после создания Международной любительской федерации баскетбола. Первым олимпийским чемпионом стала сборная США. Решение об участии женских команд в программе игр приняли на конгрессе ФИБА в Мюнхене во время проведения 20-й Олимпиады. Перед играми в Барселоне руководство МОК допустило к участию профессионалов. 14 августа 1385 года посольства Польши и Литвы заключили договор о брачном союзе польской королевы Едвиги и великого князя литовского Егайла. Для польской знати союз означал возможность расширения своих владений к востоку от западного Буга и устранения опасности включения Польши в состав усилившейся Венгрии. Литва, в свою очередь, получила возможность сосредоточить свои усилия на борьбе с татарами и отодвинуть границы государства на восток в пределы русских земель, подчиненных Золотой Орде. 14 августа Православная Церковь празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня. В 12-13 веках он утвердился во всех православных церквях мира. В этот день в храмах полагается вынос креста. По традиции вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас». Также в этот день отмечают рождение португальской кориды и Всемирный день ящерицы. 14 августа 1865 года родился русский писатель Дмитрий Мережковский. Он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Первый сборник его стихотворений появился в 1888 году, второй – «Символы» в 1892. Поэт был достаточно заметной фигурой и в общественной жизни, контактировал с эсерами. Когда ему было за 30, он уже фигурировал в энциклопедическом словаре, где был назван известным поэтом. В 1900 году Мережковский, Минский, Гиппиус, Розанов основали в Петербурге религиозно-философское общество. Также в этот день родилась американская актриса Холли Берри, английский прозаик Джон Голсуорси. Накануне Дня строителя госкомпания «Автодор» открыла транспортную развязку на автодороге М1 «Беларусь». Строительство этого участка началось в августе прошлого года и завершилось раньше срока. Работы вели опережающими темпами. Подробнее в сюжете Екатерины Крамер. Открытие транспортной развязки на 59-м километре дороги М1 «Беларусь» – отличный подарок ко дню строителя. Новый участок дорожного полотна протяженностью 5710 метров включает в себя переходно-скоростные полосы основного хода трассы, путепровод и 7 съездов. При строительстве учитывали все меры безопасности движения и использовали различные элементы. Одним из таких стала экспериментальная разметка для водителей. Я думаю, что это сыграет крайне положительную роль. И не сомневаюсь, что вот мы сейчас отработаем и будем развивать и дальше. Мы там несколько моментов используем. И разметку. Мы сейчас вот тоже на трассе М12 несколько таких ярких логотипов наших, чтобы, ну, чтобы водитель, во всяком случае, вот, отвлекался
от монотонности, что-то его привлекало внимание, и ехал дальше бодро. Новая разворотная петля открылась раньше срока. Все работы проводились в рамках программы реконструкции трассы М1, которая реализовывалась с 2019 года. Еще одно преимущество развязки – быстрый и удобный заезд в парк «Патриот». Улучшить доступность нашему парку. Вот эта вот развязка, эта дорога будет способствовать увеличению посетителей. И вы все сделали для наших гостей. И сделали даже раньше того срока, который мы намечали. И особенно в преддверии нашего международного форума «Армия-2023». Дождь не помешал открытию, а наоборот обмыл новую дорогу. В будущем ремонтные работы на трассе М1 продолжатся на 86-м километре на пересечении с Московским Большим кольцом и поселком Дорохово. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Глава муниципалитета проинспектировал строительные работы спортивного стадиона. Его возводят возле Введенской школы номер 3 в Звенигороде и уже называют открытым школьным стадионом. Там смогут заниматься не только ученики, но и местные жители. Полина Бахова расскажет подробнее. Оксана Дробина – профессиональный фитнес-тренер. Она не понаслышке знает, как необходимы в ее родном микрорайоне новые спортивные объекты. Вместе с другими жителями с нетерпением ждет открытие нового стадиона у Введенской школы номер 3. Заниматься на нем смогут не только ученики, но и все желающие. Хочется создать здесь какой-то небольшой проект по физической активности взрослых мам. Очень много молодых мам на районе. То есть первоклашки – это чудесно. Но мы же не должны забывать и про нас, мамочек, и должны двигаться за нашими детками точно так же. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил ход работ на объекте. Здесь уже выполнено основание будущего футбольного поля, приступают к асфальтированию беговых дорожек, устанавливают освещение. На месте обсудили некоторые строительные моменты. Я решетка, которая по вдоль берега рек. Расстояние маленькое. Перепад, смотрите, это большой, вертикально получился, расстояние маленькое. Ну, либо действительно какую-то площадочку, потому что найдем, что размещать. Бетоном отлить, она же будет и стенки подобрать, и какой-то функционал добавить. Уже в конце лета здесь появится поле для мини-футбола с искусственным газоном, а также площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики, воркаут-зона, прыжковая яма и трибуны для зрителей. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Подмосковный проект «Активное долголетие» по-прежнему на пике популярности. Количество его участников уже превысило 250 тысяч. С каждым месяцем все больше представителей серебряного возраста хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников. Присоединиться к проекту и узнать подробную информацию можно на сайте долголетие.мосрек.ру. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С начала лета жители и гости Подмосковья совершили почти 1 000 000 поездок в автобусах Мострансавто, украшенных баннерами «Лето в Подмосковье». В туристическом проекте правительства Московской области по популяризации отдыха в регионе задействовано 60 автобусов большого класса. Борта транспортных средств расписаны ссылкой на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью», где указаны актуальные мероприятия, туристические маршруты, а также интересные места в Московской области. 26 августа в Черноголовке под открытым небом состоится семейный фестиваль астрономии и космонавтики «Тушите свет». Участники смогут посетить выставку и мастер-классы, поставить физические опыты, пройти квесты, наблюдать в телескопы за небесными телами и узнать о роли космоса в искусстве. Все желающие пообщаются с космонавтами. Начало фестиваля в 12:00. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. В Подмосковье второй год подряд проводится профессиональная премия для медицинских специалистов. Победители получат единовременную денежную выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 15 августа, а с 1 октября начнется конкурсный отбор. Для участия в премии важно иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Московской области не менее 10 лет, из которых 5 в занимаемой должности, и работать не менее чем на полную ставку.
Образовательные учреждения на должном уровне. Губернатор Подмосковья поручил с особым вниманием отнестись к подготовке школ и детских садов к новому учебному году. Отремонтированные и построенные объекты необходимо сдать своевременно. А самой долгожданной новой школе в Одинцовском округе смотрим прямо сейчас. Образовательные учреждения на низком старте. В преддверии нового учебного года все школы и сады должны быть полностью готовы. Остался месяц до начала учебного года. Мы каждый год ремонтируем 62-65 школ из 1500, которые работают у нас, а также ежегодно сдаем порядка 30 новых. Одна из больших и долгожданных школ на 2200 мест в Гусарской Балладе откроет свои двери 1 сентября. Для семьи Гурьевых это словно исполнение заветной мечты. Многодетные родители не один год возили девочек в разные учебные заведения. Уходила масса времени и сил. До этого мы возили детей в две разные школы, были полностью поглощены вот этим процессом транспортировки. Мы с мужем просто служили на две школы, потому что вот нужно было вовремя забирать, отвозить, на дополнительные занятия ездить. Это было достаточно, конечно, сложно и им, и нам. Теперь все будет рядом. Кроме того, школа оснащена по самым современным стандартам. Ребят ждут просторные классы, лаборатории, IT-полигоны, библиотеки с медиатекой, актовые залы, открытые стадионы. Старшеклассница Аиша очень ждет занятий в профильных классах. Очень важно, что в этой школе будут профильные классы, так как я планирую поступать в медицинский. И углубленное изучение некоторых предметов мне очень помогут в поступлении. Работы на объекте выполнены на 97,5%. К завершению подходят прокладка инженерных сетей и монтаж окон. Идет отделка панелями. Сейчас идет уже окончание благоустройства. Также у нас завершается монтаж слаботочных систем, лифтового оборудования и немонтируемого оборудования. То есть здесь у нас рисков отставания и невода школы отсутствует. Кроме школы в Гусарской Балладе, в округе завершается строительство пристройки к 14-й гимназии и двух детских садов. Это даст новые места, разгрузит другие школы и подарит возможность детям получать качественные знания в хороших условиях. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Столица расширит сеть зарядных станций для электромобилей. За последние 8 лет количество таких машин выросло примерно в 20 раз. К 2030 году их будет около 100 тысяч. Это потребует развития инфраструктуры для дальнейшей эксплуатации и обслуживания электромобилей. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Жители и гости столицы смогут отправиться в кругосветное путешествие в поисках редких растений, не выезжая за пределы города. Представление о растительном мире России даст флорариум парка «Зарядье». Здание построено в виде воронки со стеклянной кровлей. В нем собрано более 300 видов растений из разных природных зон. Агрономы собрали самые интересные дикоросы, сельхозкультуры и цветы с историческим значением. В Москве продолжат комплексную модернизацию центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Здесь уже сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера. В ближайшие месяцы достроят музей с библиотекой и лекторием, а также откроют малые студии для создания цифрового контента. Следующим этапом для киностудии станут ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории. В московском районе Некрасовка завершилось строительство нового дворца спорта. В трехэтажном комплексе разместили ледовую арену, два бассейна, шахматный клуб, игровой, тренажерный и гимнастический залы, площадку для скалолазания и экстремальных видов спорта, залы для единоборств и хореографии. Также там появилась атлетическая дорожка и площадки для футбола, волейбола, баскетбола и занятий воркаутом. Далее в программе. Территория на контроле. Вывоз твердых коммунальных отходов обсудили на совещании в администрации округа. Поликлиника «Перезагрузка». В детском отделении Одинцовской областной больницы появились новые специалисты. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. В Одинцовском округе продолжается работа с проблемными СНТ по вывозу твердых коммунальных отходов. Проводится встреча с председателями и активными жителями садовых товариществ, на которых разъясняют порядок заключения договоров с региональным оператором по соответствующему нормативу. Материал Екатерины Крамер.
Раньше на въезде в СНТ «Учитель» стоял контейнер. Оттуда все твердые коммунальные отходы забирали раз в неделю. Но пока привозили новый бак, людям некуда было выкидывать мусор, и его нередко оставляли прямо на земле. По инициативе жителей приняли решение строить новую площадку. Вот такая у нас площадка, вот такого размера. Это 20 квадратных метров. Мы ее сделали значительно больше, чем требуют того правила. Сделали мы это для того, чтобы в перспективе была возможность организовать раздельный сбор мусора. С территории садового товарищества «Учитель» твердые коммунальные отходы вывозит русский региональный оператор. Договор с ним заключили все 630 СНТ муниципалитета. В 325 из них мусор вывозят по графику, в остальных по мере накопления. При отсутствии договора на вывоз отходов с территории СНТ наступает ответственность в виде штрафных санкций для физических лиц до 3000 рублей, для юрлиц до 250 тысяч рублей. За незаконный сброс физическое лицо 70 тысяч рублей, юрлицо 200 тысяч рублей. 45 садовых товариществ округа вывоз мусора в течение года и вовсе не заказывали. По подсчетам, это почти 6,5 тысяч кубических метров отходов. Такие данные вносят в схему санитарной очистки территории, после чего рекоператор заключает договоры и организует регулярный вывоз с мест накопления. Также проверяют и частные организации. Эту работу и борьбу продолжим, будем наводить порядок. Очень важно, конечно, провести и контрольные закупки, и рейды против серых возчиков, о которых сегодня тоже шла речь, совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками ГИБДД. Я так понимаю, сегодня у нас как раз первые мероприятия проходят, но будем это делать регулярно. В округе проводят встречи с председателями садовых товариществ и сотрудниками управления ЖКХ. Одной из главных тем по-прежнему остается вопрос заключения договоров с региональным оператором по нормативу вывоза мусора. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Впервые в новейшей истории Россия запустила космический корабль на Луну. Новая межпланетная станция может стать первым аппаратом, который приземлится в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Там находятся участки с вечной мерзлотой. В этом месте ученые надеются найти воду. До спутника Земли корабль должен долететь 21 августа. Запустили аппарат «Луна-25» с космодрома «Восточный». В Россию прибыла первая группа китайцев по так называемому безвизу. Первых гостей из Китая торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. Остальные группы приедут на неделе и отправятся на отдых в разные регионы. В свою очередь, китайская сторона также готова начать безвизовый прием российских туристов. Подобный формат взаимодействия групповых поездок в обе стороны был предложен и Индии. В Крыму отреставрировано 6 из 16 объектов комплекса культурного наследия федерального значения «Ханский дворец». При этом 4 объекта находятся на стадии приемки, в остальных продолжаются реставрационные работы. Дворец, построенный в стиле османской архитектуры, является бывшей резиденцией крымских ханов. Ведущие вузы России в новом учебном году повысили стоимость обучения в среднем на 12%. В большей степени это коснулось программ «Экономика и управление бизнесом» и «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность». Заметно подорожало обучение в ВШЭ, РАНХИКС и МИФИ. Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, участников спецоперации. Губернаторский проект «Поликлиника. Перезагрузка» в Одинцовском округе набирает обороты. Благодаря новым стандартам меняется не только внешний вид кабинетов и отделений, в поликлинике также приходят специалисты. Задача проекта – сделать посещение поликлиники более комфортным и доступным для населения. Наш корреспондент пообщался с новыми врачами и узнала, как можно записаться к ним на прием. В детской поликлинике Одинцовской областной больницы появились новые специалисты. У нас появился гастроэнтеролог на целую ставку, он работает ежедневно. И недавно к нам пришел доктор, детский кардиолог. На протяжении 4 лет маленьких пациентов направляли для обследования в другие районы Москвы и Московской области. Теперь наличие узкопрофильного специалиста поможет проводить своевременный осмотр, диагностику и лечение сосудистой системы у детей и подростков. Ко мне идут, конечно, дети с кардиологических больных, так назовем, да, с аритмологией тоже. Это в основном врожденные пороки сердца, да, нарушение ритма сердца и вегетативные разные расстройства. Еще одним востребованным специалистом стала гастроэнтеролог Юлия Анатольевна.
Заболевания очень разные, начиная с дисфункции билиарного тракта и заканчивая язвенным колитом. Есть у меня дети на диспансерном учете. Есть ребенок с целиакией, есть дети с гастритами. Даже есть очень много детей-подростков с синдромом Жильбера. Перед посещением врача-гастроэнтеролога для постановки правильного диагноза необходимо сделать УЗИ органов брюшной полости и сдать анализы. Записаться на прием специалистов можно самостоятельно через личный кабинет на сайте госуслуг по направлению врача-педиатра или воспользоваться услугой телемедицинских консультаций. Я сама записываю на телемедицинскую консультацию по результатам уже анализов. Когда приходят анализы, я звоню пациентам по результатам этих анализов. Помимо врачей-кардиолога и гастроэнтеролога, с 14 августа в детской поликлинике Одинцовской областной больницы появится врач-аллерголог. Специалист будет работать ежедневно, что позволит создать лучшие условия для населения в борьбе с аллергией. Раиса Киян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Если вы не знаете, чем еще заняться летом, то попробуйте себя в роли волонтера. Ведь это отличный способ помочь тем, кто нуждается в помощи, и получить удовольствие от добрых дел. Вы можете присоединиться к волонтерским организациям округа и помогать в сборе продуктов питания, уборке территорий, а также в приютах для животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Про молодежь». О других событиях в округе, которые обсуждаются в социальных сетях, расскажем в нашей следующей рубрике. В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы идут на участке длиной более 15 километров от развязки с трассы М1 «Беларусь» до села Жаворонки. После завершения укладки на участке укрепят обочины и нанесут разметку. Всего в этом году в округе планируется отремонтировать 27 региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 60 километров. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». 26 августа – единый день открытых дверей во всех культурно-досуговых центрах и библиотеках Одинцовского округа. В этот день все желающие могут познакомиться с руководителями клубных формирований и принять участие в презентации новых творческих студий. А сотрудники учреждений помогут оформить заявку в выбранную студию с помощью единой платформы записи в клубные формирования Домов культуры Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». Усадьба и парк Захарова примут семейный фестиваль «Традиция» уже в восьмой раз. На мероприятии планируется более 50 событий, которые представят различные жанры искусства. Большое внимание уделят вопросам русской культурной идентичности. Родителям будет интересна беседа о том, как и зачем приучать ребенка к чтению. И разговор о семейных ценностях с точки зрения психологии. Праздник начнется 19 августа в 11 утра. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». В Испании тестируют такси с вертикальным взлетом и посадкой. Они полностью электрические. В салоне может поместиться до 6 человек. Испытания прошли успешно, и следующий шаг – серийное производство. Разработкой уже заинтересовались Китай, Италия и Швейцария. О других событиях в мире далее. Ученые нашли новые доказательства того, что раньше климат Марса был совершенно иным. Если сейчас на планете холодно и сухо, в далеком прошлом там бывали наводнения. Французские астрофизики проанализировали данные марсохода, который работает в марсианском кратере Гейл. Они отметили, что изученный участок Марса сформировался около 3,5 миллиардов лет назад, в период геологической истории планеты. В этой местности возникали регулярные разливы воды с последующим высыханием. В Чикаго международная благотворительная организация провела необычные гонки – утиное дерби. В рамках мероприятия в реку пустили 70 тысяч резиновых игрушек. Стать участником может любой желающий. Достаточно купить за $5 хотя бы одну резиновую уточку. Тот, чья игрушка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля. За второе и третье места – поездка в Мексику. Собранные деньги пойдут на благотворительность. Палеонтологи из университета в Сиднее и Австралийского музея совместно определили окаменелость гигантской амфибии, обитавшей на Земле задолго до появления динозавров. Ученые считают, что представители этого вида жили в пресноводных реках, на месте которых сейчас находится Сиднейский бассейн. Вероятно, амфибии охотились на других речных обитателей, могли свободно плавать и перемещаться по суше, а их длина составляла более 1 метра. —
И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью 17-18. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцами происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на своих экранах. Ну а я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего дня!